В Одессе собирают деньги и сдают кровь для пострадавшего в жуткой аварии на Киевской трассе. Неделю назад в районе села Дачное лоб в лоб столкнулись легковушки ВАЗ и Тойота. В результате ДТП серьезно пострадал одесский музыкант Геннадий Терпан. У него диагностировали переломы основания черепа, таза и шейного позвонка, а также повреждение печени. Сейчас Геннадий находится в коме. Каждый день на его лечение уходит до 10 тысяч гривен. Кроме того, мужчине нужна донорская кровь. Первая группа – положительный резус. Ее можно сдать в Одесской облбольнице или в областной станции переливания крови в Бисквитном переулке. При этом нужно указать, что кровь сдается для Геннадия Терпана.